Сегодня диджитал-маркетинг не стоит на месте, он очень активно и стремительно развивается, просто идет вперед огромными шагами, поэтому именно сегодня стоит использовать только актуальные методы и инструменты для того, чтобы быть именно первым, занимать первые места и позиции. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня я собрала для вас список трендов, которые точно нужно протестировать в ближайшем будущем. Ну и первое, конечно же, это персонализация, персонализация контента, продукта, электронных писем. Все это поможет выжить среди конкурентов. Получить пользовательский контент становится все проще благодаря доступности истории пользовательских покупок, использованию специального ПО и также исследованию поведений потребителя. Так, Email Manx утверждает, что персонализированные электронные письма, которые основаны на поведении пользователей, работают в 3 раза лучше, чем обычные письма. Люди окончательно устали видеть весь этот спам, который на них сыпется, все эти рекламные объявления, информация, которая не имеет к ним никакого отношения, в связи с чем растет количество подписок на программное обеспечение, которое отфильтровывает неприемлемый для пользователя контент. Среди 1000 опрошенных 90% людей считают привлекательной, в принципе, рекламу, которая является персонализированной, и 80% людей считают, что они готовы взаимодействовать с брендами, которые предоставляют персонализированный подход. Вторым пунктом идет у нас искусственный интеллект, без него уже не обойтись ни в одной сфере, и диджитал-маркетинг не исключение. Искусственный интеллект основан на методах обучения машинного интеллекта на основе больших массивов данных. В диджитал-пространстве он анализирует шаблоны поиска и помогает компаниям узнать, как их потенциальные клиенты что-либо ищут в поисковике. Искусственный интеллект сейчас широко применяется в чат-ботах, для персонализации электронных данных, электронных писем и так далее. И в 2021 году искусственный интеллект все плотнее и плотнее будет углубляться в эту сферу. Третьим пунктом идет у нас алгоритмическая реклама, это использование того же искусственного интеллекта для покупки рекламы, для ее автоматизации. Как раз таки, например, ставки в реальном времени, это и есть пример алгоритмической рекламы. За счет этого у вас, скорее всего, повысится конверсия, ну а, конечно, стоимость снизится. И благодаря такой рекламе и таким ставкам вы сможете нацелиться на более релевантную, на более конкретную для вас аудиторию. Четвертым пунктом я бы выделила, конечно, интерактивный контент, потому что 91% пользователей считает, что именно интерактивный контент им наиболее приятно смотреть, интересно смотреть и взаимодействовать именно с ним из всего обилия информации, которую каждый день они видят и получают в интернете. И именно поэтому сейчас мы видим смещение фокуса в контент-маркетинге в сторону того, чтобы давать релевантные ответы на вопросы пользователям как раз-таки в формате опросов, вопросов, тестов, публикаций с дополненной реальностью, видео 360 и так далее. Интерактивный контент может захватить внимание пользователя на самом старте, удерживать его до самого конца и дарит, конечно же, новый опыт работы с информацией. Этот новый оригинальный тип контента, конечно же, повысит узнаваемость бренда. И так как сейчас эта ниша еще не перегрета, я советую вам обязательно присмотреться к ней и стать там, возможно, одним из самых первых. Ну и, конечно же, видеомаркетинг. Люди любят видео, и такие площадки, как YouTube, Instagram, TikTok, все это тому доказательство. Этот тренд, как видеоконтент, он только укрепляется, он не собирается сдавать свои позиции, поэтому, если вы еще не делаете ничего связанного с видео, сейчас самое время начать. Вы можете использовать не только YouTube, вы можете использовать Instagram, например, или Facebook в качестве такой же видеоплощадки,
ссылки, проводить прямые эфиры с пользователями, с подписчиками. Вы можете выкладывать видео в саму ленту, вы можете делать всевозможные публикации, видеопубликации, вы можете отправлять небольшие видео по почте для того, чтобы смотивировать человека посмотреть полные ролики и вообще в целом заинтересовать потенциального покупателя или вашего клиента. Ну, конечно, тут важный критерий – это качество видео, потому что конкуренция высокая, за потенциального клиента борются все, привлечь потенциального клиента достаточно сложно, и именно поэтому, конечно, недостаточно просто снять видео, видео должно быть действительно очень качественным. На сегодняшний день люди очень активно используют смартфоны, с которых не всегда удобно читать огромные простыни текста или же переходить по страницам. И в этом случае как раз-таки видеоформат, он супер как полезен, потому что человек может быстро ознакомиться с вами, с вашими товарами, услугами, посмотреть видео, пока он куда-то едет или идет. Кроме того, именно видеоролики помогут увлекательно рассказать о вашем товаре, о вашей услуге, о вашей компании, рассказать о сильных сторонах вашего товара или вашей компании. Вы можете продемонстрировать только сильные стороны, самые сильные стороны, продемонстрировать ваше УТП, вы можете рассказать о своей жизни в офисе. В общем, видео – это просто огромное поле, где вы можете просто проявлять творчество со всех сторон. В ближайшие 5 лет рынок интернет-рекламы, интернет-маркетинга в странах СНГ точно будет расти и двигаться вперед, поэтому вы всегда должны оставаться в тренде и думать на шаг вперед. На этом у меня все. Напишите в комментариях, было ли для вас полезно это видео, какие из этих методов вы уже используете, а какие планируете внедрить в следующем году. Не забывайте подписываться на нас, делиться нашими видео в соцсетях, также прослушивайте наши аудиоподкасты по пути на работу, вступайте в нашу телеграм-группу, потому что там именно живое общение, также заходите к нам на страничку в Instagram и приходите каждый четверг на наши вебинары. До новых встреч и хороших вам продаж!